В Люберцах прошел отборочный этап футбольного кубка губернатора Московской области. На стадионе «Электрон» встретились детско-юношеские команды из 6 городских округов. Как шла борьба за выход в финал, расскажет наш корреспондент. На поле стадиона «Электрон» юноши 2009 и 2010 годов рождения. Команды, представленные на отборочном этапе, сформированы из лучших футбольных клубов. В сборную городского округа Люберцы вошли воспитанники секции Стамилина и Краскова. Матчи проходят по смешанной системе. Команды разделены на две подгруппы по 3 команды. Победитель каждой группы встречается в финале для определения победителя. Одна команда из 6 от нашей зоны поедет в финал. Кроме команды из Люберец, в отборочном этапе приняли участие спортсмены из Бронниц, Котельников, Раменского, Воскресенска и Лыткарина. Юные футболисты показали уверенную игру. Справиться с соперниками оказалось непросто. Мы сыграли уже 2 игры. Сейчас играем вторую. Первую выиграли 4-0. Я дал голевой пас. Соперники очень хорошие. И против них очень сложно играть. Они прессингуют. И пас сложно давать, вырезать эти пасы. По итогам матчей финал Кубка губернатора Московской области прошла команда из Раменского. Всего в отборочных региональных соревнованиях примут участие около 2500 спортсменов из 57 городских округов. Спортивные состязания проходят среди детских и взрослых команд. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.